Здравствуйте, в эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. В каком режиме проводится уборка улиц и дорог? Как городские власти контролируют ситуацию с очисткой придомовых территорий? Об этом говорим сегодня в нашей студии заместитель руководителя управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Виктор Нинашев. Здравствуйте, Виктор Евгеньевич. Ну, давайте начнем с традиционного вопроса. Очень часто его задают горожане. Для того, чтобы понять, кто за что, за какие участки отвечает. Вот если мы говорим о дорогах, о трассах, то кто их убирает? Дворы, кто их убирает? Тротуары. Вот если можно, поподробнее и проще, если можно так сказать, чтобы люди поняли. Ну, город разделен на сферы ответственности предприятий, осуществляющих зимнюю уборку. То есть есть элементы городской среды, это автомобильные дороги, которые включают в себя проезжую часть, основные улицы города. Проезжая часть, газон и тротуар, непосредственно относящийся к дороге. То есть он либо примыкает непосредственно к проезжей части, либо отделен от нее газон. То есть все это сфера ответственности предприятий, которые осуществляют уборку дороги. Но в городе это осуществляют муниципальные предприятия благоустройства. Территории, которые относятся к жилому фонду, то есть дворовые территории, то есть обязанность по их содержанию осуществляется управляющими компаниями, либо ТСЖ, то есть организациями, которые управляют жилым домом. Вот это то, за что мы платим все в квитанциях. Да, то есть это что... также предусмотрено в оплаты по содержанию имущества. Вот если все-таки взять дороги и тротуары, то для уборки дорог нужна техника, а тротуары — это, естественно, люди и там подручные какие-то средства. Как все это распределяется? Дело в том, что современная техника позволяет использовать ее и на тротуарах. Потому что имеются уже и российские аналоги, и импортные образцы. Это малогабаритная техника, которая по своим габаритам не превышает 1,5 метра. То есть она в состоянии двигаться практически по любым тротуарам и осуществлять его уборку, как снегоочистку, подметание, россыпь антигололедных материалов и так далее. Ручной труд, в основном он задействован на тротуарах. Это места, где техника не проходит, это когда сложные формы. И лестничные спуски, и наличие препятствий на пути, соответственно, тротуаре. Наличие столбов освещения вокруг них убираются. Если это остановка общественного транспорта, соответственно, вокруг павильона лавочки. Вот такие элементы, которые труднодоступны для механизированной уборки. Еще есть такие спуски, которые сами люди делают. Допустим, вот идет тротуар, и здесь не на светофоре люди переходят, а где-то между светофорами. И вот они пробегают, и часто их засыпают. Вот это, нет обязанности такой вот расчищать именно там, где такие вот дорожки прокладывают сами горожане. Потому что тоже вот некоторые там падают, сваливаются на дорогу. Есть далее. Обязанность вообще перекрывать данные выходы дорожными ограждениями, удерживающими пешеходов. Есть национальные стандарты, которые относятся к обеспечению безопасности дорожного движения, которые требуют, что при наличии, соответственно, светофора или пешеходного перехода в 50 метров в каждую сторону должны быть пешеходные удерживающие ограждения. В принципе, для того и созданы пешеходные переходы, и регулируемые, и нерегулируемые. То есть, что там завален вот этот вот переход несанкционированный, жаловаться не стоит, да? Жаловаться нет. Но вот когда именно переход завален снегом, валом, это уже нарушение. И организация, ответственность содержания, несет ответственность в соответствии с административным кодексом. Это уже контроль осуществляет сотрудники ГИБДД. Да. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что благоустройство, муниципальное предприятие, отвечает за всю эту расчистку и уборку. А насколько хватает техники этому предприятию для того, чтобы своевременно и тщательно, и качественно разгребать вот В настоящее время на вооружении у предприятия 243 единицы техники, способны использоваться в зимней уборке. Вот основная работа зимой — это выпадает на дорожно-коммунальные машины. Их у него порядка 71 единицы. Да, по годам приобретения там растягивается порядка части машин уже больше 10 лет, то есть реальный износ техники, хотя она еще действующая, но уже реальный износ морально, достигает 70%, поэтому планово идет постепенная замена на современные машины. То есть если, допустим, 5 лет назад основной контингент машин, которые использовали по благоустройству, это были на базе ЗИЛов, то сейчас уже большая часть у них, ну, чуть больше половины, так сказать, уже на базе современных КАМАЗов, более мощные, эффективные машины. То есть постепенный процесс замены идет. По поручению главы городского округа мы на этот год тоже планируем, рассчитываем возможность приобретения, необходимое количество техники. Плюс у предприятия за последние 3 года появилась, как я уже сказал, малогабаритная техника, способная убирать тротуары. Видно, малогабаритные погрузчики.
Это трактора малогабаритные и универсальные машины, которые вот с вакуум-подметальным оборудованием также приобретены, позволяют ему производить уборку тротуаров и плиточного покрытия. То есть, вот если подытожить, в такой вот в день масштабного такого снегопада, очень сильного, сколько может выйти одновременно сразу техники? Вообще такое случалось уже? Снегопадов, реально, когда эта ситуация близко к чрезвычайной ситуации, у предприятия, с учетом того, что есть субподрядные организации, которые также работают, не дают состояние вывести до 300 единиц техники. Да. То есть это достаточно большое количество единиц, которые, в принципе, в состоянии обеспечить проезд улиц при выпадении осадков, ну, ЧС начинается до 30 сантиметров в сутки. То есть эта возможность технического предприятия есть. Но связь возможности технической и фактической, она немножко отличается, потому что расчищать пустую дорогу, понимается, просто это технический расчет. Да, да. Но когда на дороге припаркован транспорт, который захватывает крайне левые полосы, когда в данный момент еще движется транспорт, создая помехи в уборочной технике, то есть это также накладывает определенные ограничения на возможности использования, на эффективность использования имеющейся техники. Вот как раз я хотела спросить, с какими службами вы сотрудничаете для того, чтобы все это работа была эффективной? Потому что понятно, что не только вот вы отвечаете, не только благоустройство, но и чтобы все было очищено, кто-то еще должен подключаться. Вот как выстраивается эта работа по взаимодействию? С кем? По большей части, конечно, взаимодействие осуществляется при уборке с сотрудниками ГИБДД. В данном случае, когда транспорт реально брошен и долгое время не убирается, информация по госномеру передается в ГИБДД для того, чтобы устанавливали возможности владельца и принимали меры к его уведомлению. В тех случаях, когда транспортные средства долгое время отстой стоят в местах, где внесены запрет на стоянку, то есть на вновь отремонтированных дорогах, вводится запрет на определенный день недели в ночное время запрещения стоянки. Это сделано специально для обеспечения возможности уборки этой улицы полностью. Ведь смотришь, машины не то что несколько дней стоят, уже заваленные снегом. Дело в том, что если машина не нарушает правила дорожного движения, то есть законных оснований для эвакуации как таковых нет. В крайних случаях, когда уже были предпосылки чрезвычайной необходимости, то есть выходили на договоренность с организациями, осуществляющими эвакуацию, когда их просто временно переставляли. Ну, сами понимаете, это уже, как говорится, личная помощь. Компания, которая осуществляет эвакуацию, она не оплачивается. Это уже в безвыходных ситуациях, когда либо какие-то мероприятия важные проходят, ответственные. То есть в этих случаях это применяется. А от горожан и автовладельцев что-то зависит? Потому что все мы заинтересованы, чтобы были расчищены дороги, чтобы быстрее передвигались все. Ну, от горожан, конечно, зависит, но тут их тоже можно понять. Период интенсивного снегопада, который был последний, когда у нас в первые сутки 19,7 сантиметров выпало, потом еще 5, порядка 25 сантиметров снега выпало, то большая часть проблем, почему машины остались на дорогах, это то, что не успели расчистить дворы. Ну, фактически, в период снегопада их не расчищали. Если раньше машины хранились во дворах, то сейчас во дворы въехать было невозможно, и много машин было оставлено на проезжей части, что не позволило своевременно полностью все расчистить. И, в принципе, с последствиями сейчас предприятие и дорабатывает. То есть дворы уже расчищены, машины возвращаются на свои привычные места, дороги освобождаются, и предприятие дочищает на всю ширину дороги уже проезжие части и вывозит снег. И хочу уточнить еще, когда применяются вот эти химические реагенты для расчистки дорог, в каких случаях? Всегда? Или вы тоже как-то смотрите, когда нужно, когда не нужно? Химические реагенты, они применяются не для расчистки дорог. Антигололедные материалы применяются для того, чтобы выпадающий снег не сваливался и не образовывался в лед, преобразовывался. То есть входящие в состав антигололедных материалов соли... Только когда заморский они, лед, понятно. Нет, когда идет снег. Потому что в любом случае снег, выпадая, он трамбуется с колесами машин. И фактически он может превратиться в трамбованный лед, который отодрать от дороги практически невозможно. Антигололедный материал, они вносятся в период снегопада для того, чтобы он оставался рыхлым и позволял себя смести с дороги на обочину, в лоток, после чего убирать. Еще один вариант использования антигололедов – это повышение сцепных свойств дороги. Это когда все-таки образуется тонкость лед, гололед, это прозрачный лед, это бывает
период перепадов температур с плюс-минус. То есть в данном случае используются абразивные вещества в антигололедных материалах, ну, песок, которые препятствуют скольжению. Понятно. То есть это основные виды использования антигололедных материалов. Они прописаны нормативами, соответственно, с ними их используют. Понятно. А есть ли нормативы для вывода техники на улицу? Вот иногда тоже возникает недоумение у горожан, что, казалось бы, должна работать техника, а пустынные дороги, улицы, и никого нет, и не видят люди. Кажется, и снег есть, и завалы какие-то, а техники нет. Вот как вы следите за тем, чтобы техника использовалась? Есть нормативы по времени уборки снега, которые предусмотрены также национальным стандартом. То есть для категории дорог определены временные промежутки после окончания снегопада, когда должна честь была расчистить. То есть, да, по выходу техники, в принципе, мы предприятие контролируем. То есть факт именно выходки, выходы их из гаражей на линию, маршруты движения. То есть они проверяются по системе ГЛОНАСС, все машины оборудованы. И, соответственно, эффективность его работы и качество. Потому что любую работу можно выполнить, либо просто проехать, либо реально... А как измеряется и оценивается эта эффективность? Количеством грузовиков, вот этих КАМАЗов? Оценивается по фактическому состоянию дороги после проведения уборки. То есть контролирующий технический надзор. Производится объезд дорог, выявляются факты заужения. И уже исходя из фактически выполненных объемов, предприятию, которое выполняется работа, принимается решение о срезании выполнения. То есть... А для чего тогда сообщается, что вот вывезено столько-то там тонн снега? Вот это тоже же оценка эффективности работы, наверное, или нет? Ну, вот для чего это все получается, что вот эти вот часто есть такие, как сводки, вывезено там с улиц города столько-то там? Дело в том, что... Я уже говорил, что стандарт по содержанию определяет места, где принципиально запрещено формирование валов. То есть это пешеходные переходы, остановки общественного транспорта, перекрестки и так далее. С них идет обязательный вывоз снега. Вот, требования есть. То есть мы не имеем права не вывозить. Но учитывая, что зимний сезон у нас протяженный, осадки все-таки будут продолжаться, и учитывая, что у нас в этом году оттепели не было вообще в декабре, то есть снег фактически самостоятельно не тает, его необходимо вывозить, потому что к весне, когда снежных масс накопится достаточно много, и переход будет резкий на плюсовой, активное таяние, оно приведет к увеличению талых вод, и как результат это будет разрушение проезжих частей под водой, под воздействием воды, что, в принципе, оно в любом случае будет, в зависимости от интенсивности. Вот о переходном периоде. Чтобы предотвратить это, все-таки снег надо вывозить. Да. О переходном периоде, в таком вот температурных режимах мы еще поговорим, а пока предлагаю посмотреть сюжет о том, как уже провелась уборка, причем довольно масштабная. Посмотрим. Если для многих людей эта неделя стала первой рабочей, то у городских коммунальных служб каникул не было. А с приходом обильных снегопадов 6 и 7 января они были все мобилизованы. Наши рабочие выходят на работу и в 6 утра, и в 5 утра бывает. Вызываем по приказу. Люди работают практически круглосуточно, когда идут снегопады. Каждую ночь свыше 200 единиц техники вывозят на спецполигоны более 5000 тонн снега. Задача, поставленная городскими властями, выполняется. Необходимо обновлять парк, чтобы обеспечивать возможность предприятия использовать современные методы борьбы со снегом и больше повышать эффективность. Нам нужно порядка 400 миллионов на текущее обновление парка техники, закупка современных КДМ, машинодорожных, малогабаритной техники, ну и иной техники, необходимой для уборки дорог. Эту проблему поднимала глава Самары. Город нуждается в пополнении парка спецтехники. Мы купили для всех бюджетных учреждений эту технику, помогать готовы. Знаешь, что система образования помогает. Вот кто мешает управляющим компаниям это покупать? Значит, разбираться надо в том, как они финансируются, как они бюджет формируют. В любом случае нужно расчищать не только входы в подъезд. Да, значит, тротуары надо чистить. После того, как наши муниципальные предприятия отработали, мы видим, что вполне денег хватает. Напомним, Олег Фурсов поручил руководству Департамента городского хозяйства и экологии совместно с главами внутригородских районов проверить, насколько управляющие компании ЖСК и ТСЖ обеспечены спецтехникой. Глава города отметил, что наличие необходимого количества снегоуборочных машин должно быть одним из условий получения лицензии обслуживающими организациями. Если порядок на основных самарских дорогах регулярно поддерживается, то чистота дворов и крыш – это особый вопрос. Есть управляющие компании, которые стараются оперативно
активно устранять снежную кашу у подъездов и нависшие сосульки. Мы ограждаем лентами те участки, чтобы люди не ходили для безопасности пешеходов. Но стараемся буквально там оперативно в течение там часу-двух-трех решать вопрос. Скажем так, по сравнению с тем, что было раньше, с прежней управляющей компанией, есть улучшения. Я доволен, что убирают. И считаю, что служба работает более-менее нормально. По-настоящему ответственных управляющих компаний в городе мало. Проверка показала, ни одна не смогла очистить от наледи все дворы и крыши. Теперь предстоит работа над ошибками. На сегодняшний день поставлена задача, значит, согласовать все действия непосредственно со всеми межслужбами, между службами, и выполнить, привести в нормативное состояние до 17 числа. За грубые нарушения компаниям грозят штрафы. Сейчас уже составлено больше 500 административных протоколов. Да, конечно, хочется, чтобы убрано и чисто было везде, не только вот на каких-то определенных участках, за которые отвечает город, допустим. А есть участки, которые остаются нерасчищенными. И все-таки контролировать все должны городские власти, в частности и ваш департамент. Как выстраивается эта работа? И еще такой вопрос, как жители могут тоже в этом поучаствовать, чтобы вы знали, где что-то непорядок, не расчищается, плохо работает управляющая компания и так далее. Ну, контроль осуществляется не только нашим департаментом, у нас еще внутригородские районы, у которых полномочия жилинспекции переданы. То есть в данном случае нарушение правил содержания жилого фонда является нарушением жилищного законодательства, они принимают к ним меры. Соответственно, со стороны департамента к этому привлекается городская административно-техническая инспекция, которая ежедневно производит объезд территории районов и, соответственно, выявление недостатков. Все эти выявленные недостатки не разбираются на еженедельных штабах, проводимых обычно по вторникам в департаменте городского хозяйства с привлечением управляющей компании, всех администраций районов, с разбором и постановкой задач. И все-таки жители, допустим, вот, ну, плохо расчищен двор, куда им? Ну, в первую очередь, это администрация внутригородского района, их отдел по жилищной инспекции. То есть это... Уже не в город, не городской вот этот вот масштаб, а именно в районный. Город тоже может принимать эту информацию, но фактически передает именно в район для принятия мер административного воздействия на управляющую компанию. Угу. Вот хотелось бы еще про контролирующие функции. Вот вы затронули эту тему. Как ведется контроль? Понятно, что кто-то убирает, кто-то не убирает. А как все это контролируется, систематизируется и, главное, исправляется? Вот такие ситуации. Есть ли, может, какие-то штрафные санкции применяются к тем, кто плохо справляется? К тому же благоустройству, допустим, предприятию, если есть нарекания, вот как все это решается? К муниципальному предприятию благоустройства основные нарекания предъявляются именно службой ГИБДД. Административные нарушения за эти предусмотрены административным кодексом. Это статья 12.34 кодекса «Нарушение правил содержания». Там штрафные санкции составляют порядка 300 тысяч на юрлицо за одно нарушение. Но первоначально, конечно, орган госинспекции выдает предписание, в которых устанавливают срок устранения выявленных замечаний. Он обычно составляет от суток до трех. Соответственно, в случае, если они не устраняются, составляется административный протокол, как 12.34, как я сказал, есть еще статья 19.5, невыполнение предписания, там порядка 30 тысяч штрафов. Да, довольно серьезные жестко. Такие нарушения. Что касается управляющей компании, то здесь идет нарушение 15 ГД, это закон Самарской области о административных правонарушениях. Протоколы составляются по неочищенным, соответственно, тротуарам, сходам и так далее. Рассматриваются ими административные комиссии районов, и там штрафы от 30 тысяч рублей. Да, все это серьезно, потому что это может привести к травмам и вообще к страшным случаям, да, вот эти нерасчищенные вот эти крыши. Приведение к травмам, это уже возможно переход в уголовную плоскость, это возбуждение уголовных дел и произведение следственных действий по поводу либо халатности, либо непринятия мер по обеспечению. Да. А на сегодняшний день, если сказать, вот ситуация, как вы бы охарактеризовали, по какую оценку бы дали даже? Ну, на сегодняшний день... Насколько все службы справляются? В принципе, ситуация по дорогам удовлетворительная. Вот. Если мы, допустим, на неделю назад, то да, она была... По большей части нет.
Да, критично. Непосредственно после снегопада первый вот день-два было значительно много проблем, были задержки движения транспорта незначительные. Но, в принципе, предприятия переломили ситуацию. А вы следите за тем, вот у вас система предупреждения работает, что ожидается там сильный снегопад, еще что-то? Вот ну, с этим, с гидрометцентром? С гидрометцентром как... Самарской области постоянная связь есть, предварительный прогноз они ежедневно направляют. А в случае ожидания штормовых предупреждений, когда усиление ветра, метель, то есть это они заблаговременно информируют диспетчерскую службу, а уже диспетчера через ГИБДД информацию передают на все районы и все муниципальные предприятия. Сегодня вот в эти дни продолжается расчистка дорог и улиц в ночное время? Или вот когда вы вот такой вот внештатный режим включаете? Что должно случиться, чтобы ночью выходили работники? Вообще говоря, на дороге основной объем работ производится именно ночью на автомобильных дорогах. Это мы просто не видим. Да, потому что в дневное время, когда улично-дорожная тесть активно используется жителями для поездок как на работу, с работы, так и по делам, по магазинам, использование техники малоэффективно, потому что в любом случае практически вся центральная часть города, и более, скажем, там большая часть города, она используется для стоянки транспортных средств, люди приезжают на работу, машины оставляют вдоль дорог, магазины и так далее. То есть использование эффективной техники практически невозможно. То есть дневной основной упор делается на очистку тротуаров и, соответственно, ручная почистка участков, где техника не может пройти. Если в нашем городе, вот если на карту посмотреть, проблемные зоны и территории, с которыми всегда вот часто возникают вот эти проблемы, которые на сегодняшний день ведут... Может быть, со стороны руководства департамента все время критикует именно вот эти районы или какие-то вот такие точки, территории? Ну, есть такое? Или, в принципе, везде одинаковая ситуация? Ну, ситуация, она немножко различается из специфики районов. Если, допустим, промышленные кировские, как мы раньше говорили, это спальные районы, где основное это живут, то там наиболее ярко выражена проблема – это стоянки транспортных средств по ночам на проезжих частях. То есть там больше всего трудности в уборке дорог, которые непосредственно проходят в жилом секторе. То есть со всех сторон у них имеют многоэтажные дома. То есть плотность заселения жителей высокая, плотность машин большая. То есть вот это большая часть проблем от стоянки транспортных средств. Что менее характерно для центральной части, где все-таки пока такой плотности застройки нет. Да. Вот слушаю вас и убеждаюсь, что очень должно быть... все, ну, не структурировано, а за всем нужно следить, потому что районы разные, специфика разная, дороги разные. Ну, и поэтому, наверное, вот совещания часто вот именно в зимнее время проводятся, потому что наши новости очень часто выезжают на заседания. И действительно, как вот какая-то зона, ну, не военных действий, а что-то приближено к этому, что, ну, потому что кроме заседаний, которые проводит администрация города, еще существуют и внутригородские районы, которые работают, исходя из своей специфики. То есть у них практически каждый день проводятся оперативки с постановками задач, что нужно делать, кому и как. То есть это люди, которые работают непосредственно на местах, именно со своей спецификой района, да, своими целями задач. Они лучше знают и видят обстановку именно в своем районе. Ну, давайте посмотрим и один из сюжетов. Что бы я хотел отметить, что муниципальные предприятия всегда, по благоустройству всегда участвуют в этих совещаниях, потому что начальники дорожных участков, можно сказать, фактически сотрудники администрации всегда находятся у них, всегда на контакте. Да. Ну давайте посмотрим сюжет с одного из совещаний и продолжим разговор. Во дворе на улице Партизанская большая уборка. На очистку двора от снега вышли дворники и тяжелая техника. Работы много, справлялись бы быстрее, говорят рабочие, если бы жильцы шли навстречу и вовремя убирали свои машины. Водители ставят машины не попадя. Из-за этого задерживается трудорасчистка дорог. Невозможно проехать. Мы не то что расчищать, проехать невозможно. Вот это самая первая проблема. Особое внимание и кровлям. Сейчас в городе очищено не больше 50% крыш. Из-за перепадов температуры сосульки образуются быстро. Поэтому вовремя убранная снежная шапка – залог безопасности людей. В том случае, если... кровля не убрана. Если есть опасность падения сосульки с желобов, со свесов, в любом случае огораживается лентой защитной. И большая просьба жителям города обратить на это большое внимание, потому что эти случаи были и в прошлом году, и в позапрошлом году, и в этом. Если висит лента, то лучше обойдите.
На еженедельном совещании в департаменте городского хозяйства первый заместитель главы города Владимир Василенко оценил работу коммунальных служб неудовлетворительно и поручил в ближайшее время бросить все силы на уборку. Никакие отговорки приниматься не будут. Тех, кто не справится, ждут штрафы. Районы – это ваша функция. По закону. Техника есть, деньги есть, люди есть. Остается только одно – организовать работу. Вот сегодня и завтра, если эта работа не организована, беспощадно, через административные комиссии, подчеркиваю, беспощадно. Также Владимир Василенко поручил в ближайшее время проверить участки возле всех торговых точек в Самаре. Весь город должен быть убран до конца недели. Здесь Владимир Василенко подчеркнул роль административных комиссий. А в чем она заключается? Как они могут вот эту работу как-то мобилизовать? В соответствии с 115 ГД право составлять административный протокол за выявленные нарушения являются члены административных комиссий в первую очередь и сотрудники администрации района. То есть непосредственно члены административных комиссий, коим является и представитель ГАТИ-инспектора, то есть они фактически обследуют территорию городского округа Самара, выявляют факты административных нарушений, фиксируют их, то есть собирают доказательную базу, составляют административный протокол, вызывают на рассмотрение виновное лицо, дальше участвуют в административном производстве до вынесения административной комиссии решения о привлечении к ответственности. Понятно. Вот вы сказали о штрафах, и вот эти, чтобы мы понимали, вот эти штрафы за непроведенную там вовремя или некачественную уборку, они идут в район бюджета района, да? В районный бюджет получается или нет? Точно сказать не могу, но в принципе это местная статья, это местный бюджет городской. Административная эта комиссия это все обнаружила, то, наверное. Ну, чтобы мы тоже понимали, что деньги куда-то... Фактически идет в городской бюджет и как следствие дальше уже в районный. Понятно. А как распределяется первоочередность очистки, вот, чтобы транспорт или технику направили именно вот по этому направлению? Ну, как для, вот эта работа выстраивается? Для автомобиля. Потому что кажется всем, что вот у нас не чищено больше, чем вот здесь, а техника работает не там, на первый взгляд. Для автомобильных дорог приоритетом является маршрут общественного транспорта. То есть в каждом дорожном участке существует карта очистки дорог, где для каждой уборочной техники, кружно-щеточной, прописан маршрут его движения. То есть выход из базы, и дальше они распределяются по своим картам по маршруту движения. То есть задача, чтобы маршрут общественного транспорта были всегда в проезжем состоянии. Дальше идет акцент на подъезд к медицинским учреждениям. И дальше уже административные здания, школы и проход на остальные улицы. Понятно. И все-таки, вот как я поняла, вопросы взаимодействия с автовладельцами, еще с какими-то службами важны, да, вот чтобы не каждый вот в своем действовал. Хочу здесь оставлю машину, у меня вот не получается по-другому. Вот это вот важно. И у вас просто одна минута есть, чтобы обратиться, может, действительно, к горожанам или каким-то службам, чтобы вот эти точки соприкосновения найти и друг другу не мешать в работе. Ну, хотелось бы обратиться к автовладельцам, чтобы уважали все-таки труд работников дорожного хозяйства, которые убирают дороги, и по возможности избирали места для стоянки транспортных там, где они не создадут помех для уборки снега. И желательно, конечно, не выставляли машины в нарушение правил дорожного движения. Да, хотелось бы достучаться до каждого. И у вас есть ближайший прогноз на ближайшее время? Чего нам опасаться, может быть, чтобы подготовиться? Все-таки предварительных таких интенсивных вот осадков не обещают, поэтому проблем с дорогами пока быть не должно. Да, ну вот на этой оптимистичной ноте мы будем закончим наш разговор. Спасибо большое за то, что пришли, за эту важную полезную информацию. Спасибо и вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Доброго.